освежил, короче, тракторок. Вот даже ковшик покрасил. Передок частично покрасил. Вот по крылья. Вот как крылья стоят. Вот так вот пульвиком. Плюс балку дунул. Краска оставалась с навески. Он с этой самой. Передок покрасил. Ну, понятное дело, залез на капот. Хотя капот уже тоже надо освежить. Но, тем не менее, покрасил ковш. Передок освежил. Кстати, вот краска вообще залупилась. Пластом таким. Ржавчина. Ну, пойдет. Вот здесь ничего не делал. Навеску покрасил. И освежил вот ту раму. Тоже там позалазил. На крылья попало. Ну, ничего. Нормалек. Там. Так, прям на месте. И аккумулятор еще частично покрасился. Вот, как-то так. Куканчик стоит там, но зацепили здесь. Короче, приехала вторая часть марлезонского балета. Это вот к вот этой хрени. Вот такие вот какие-то штуки. Ну, часть уже разгрузили. Вон там на те трубы, что я показывал, там уже лежат. Вот те, которые идут на дальняк там и так далее, там подобное. Все, еще один движок какой-то. Ну, с этой же хрени, вон те же самые значки. Вот, как-то так. Короче, какой-то сепаратор, не знаю, что это такое. Вот. Здесь вот... Ага. Мешочек надо было не так. Надо было перевернуть. Ну, здесь болтики, гаечки. Здесь какая-то вот заслонка с цихрами. Здесь тоже вот задвижка такая. Ну, не маленькая, я вам скажу, такая. В прицеп 1,15 м на 2. И вот оно все лежит. Вот это вторая часть от этой штуки. Разгружаем. Короче, что хочу сказать. Посмотрел я сейчас внутри. Это хороший. Ну, двигатель я уже отнес туда. Вот здесь он крепится. Двигатель, здесь крыльчатка. Вот. Это хороший промышленный, получается, циклон. Тот, что у меня китайский стоит, да, вот такой небольшой. Отделяет мусор. Скидывает, точнее, мусор в отдельную емкость. Только это вот промышленный циклон. Также на конус идет. Тут вращается. Засос воздуха, подсос мусора идет вот оттуда. Здесь воздух, я так понимаю, засасывается. Вот. И отделяется. Или наоборот. И все это дело туда. Короче, циклон такой огромный, что он прицеп. Сейчас его так вот выкатил. Надо снять. Вот такая вот штука. Это циклонище.